Два года колонии – таков приговор участницам панк-группы Pussy Riot. Процессы приговора вызвали широкий общественный резонанс во всем мире. Во многих городах состоялись уличные акции солидарности с участницами группы. В Нью-Йорке сторонники прошли по улицам в балаклавах. Возмущение приговоров высказывали русские жители Нью-Йорка. Я считаю, что совершенно ужасно то, что девушки получили срок в 2 года. То, что произошло и происходит, это средневековая инквизиция. В Берлине демонстранты подошли к российскому посольству с требованием пересмотреть решение суда. В Париже участники марша собрались на площади Игоря Стравинского с портретами Путина и плакатами «Свободу Pussy Riot». После оглашения приговора родные девушек были разочарованы. Конечно, я очень переживаю. Я потрясен просто вот таким жестоким приговором. Может быть, я как-то и готов был, но все-таки как-то надеялся, что это будет условный приговор. Но это ужас какой-то. В Москве у здания Хамовнического суда в день оглашения приговора собрались 1000 человек, чтобы поддержать девушек. Полицейские задержали несколько десятков участников акции, среди которых один из лидеров оппозиции Сергей Удальцов.